Привет, девчонки! Помните, я вам показывала свою новую пластинку? Вот такую, с AliExpress. Я делала сводчи. А сегодня хочу вам показать варианты дизайна, которые я придумала с ней. Давайте начнем. Вот это первое, это у нас LED lighting. Я взяла вот эту картинку и черным стемпингом перенесла рисунок и просто разукрасила акварельными красками. Вот этот вариант в фокусе. Вот этот вариант, это у нас стемпинг, который я сделала с серебряной и черной краской. На вот этом рисунке я нанесла по центру серебряную, а по бокам черную. И несколько раз прошлась скребком и смешала ее. Получился у нас вот такой эффект. Немножко несимметрично, но смотрится интересно. Так, следующий у нас лабиринт. Здесь у нас на серебряной подложке несколько цветов, тоже акварельных. Я между собой смешала и сверху просто сделала оттиск черной краской. Вот этот лабиринт. Вот этот геометрический рисунок я перенесла на штамп коричневой краской и прям там на штампе разукрасила фиолетовый, розовый, такой бирюзовый, немножко блесточек. И после того, как высох лак на штампе, я прям со штампа перенесла его на типсу, на которой уже была желтая подложка. Следующий мне очень нравится. Это зеленые блестки, просто зеленые блестки. И стемпинг я сделала градиент. Нанесла черный, потом серый, потом белый. Хорошо смешала несколько раз. И вот что у нас получилось. Классно смотрится, мне очень нравится. Хорошо тем, у кого длинные ногти. На моих вся эта красота не поместится. Так что, девчонки, с длинными ногтями дерзайте. Так, и вот этот вариант самый последний и самый неудачный. Я хотела сделать двойной стемпинг. Сначала сделать серебряным. Вот этот рисунок, где он? Вот этот рисунок. Но он почему-то тонкие линии, и он плохо перенесся. И я сверху на него сделала вот эти, как я называю, колготки с дыркой. Думала, будет как раз в дырку хорошо видно серый. Но фокусируйся. Давай ниже. В общем, не совсем удачно, но в принципе, как идея, можно сначала какой-то в центре, например, сделать рисунок, ту же можно розу разукрасить и сверху одеть на нее колготки, будет как будто у кого-то на ноге татуировка. В общем, вот такие варианты у меня получились. Если вам интересно посмотреть, как я сделала тот или иной рисунок на своих ногтях, на моих, в смысле, ногтях, оставляйте мне комментарии и подписывайтесь на мою страничку. В Инстаграм, кстати, тоже можно подписаться, хотя на нее можно даже просто так зайти посмотреть. Подписывайтесь на мой канал здесь, в Ютьюбе, и ставьте пальчик вверх, если вам это видео понравилось. И спасибо, что меня смотрели. Пока!